Yama G2440 HS UB1. Недорогой геймерский монитор с разрешением Full HD. Устройство поставляется в плотной картонной коробке. Внутри руководство пользователя, кабель питания, USB-кабель и кабель HDMI. И Yama G2440 HSU – это недорогой геймерский монитор с разрешением Full HD и диагональю 24 дюйма. IPS-матрица обеспечивает высокую яркость картинки, широкий угол обзора и насыщенную цветопередачу. Правда, частота обновления составляет всего 75 Гц, вместо классических игровых 144, что может расстроить фанатов сетевых шутеров. Есть здесь и технология AMD FreeSync, которая устраняет разрывы кадров для обеспечения плавного игрового процесса, что вместе с временем отклика в 1 миллисекунду полностью нивелирует артефакты изображения в динамичных играх. Обратите внимание, что на верхней, левой и правой стороне практически нет рамок, что позволяет полностью погрузиться в игровой процесс. Сам монитор стоит на устойчивой подставке, которая позволяет регулировать угол наклона от минус 22 до плюс 4 градусов. Предусмотрено и крепление для кронштейнов с посадочным квадратом 100 на 100 мм. Взглянем на обратную сторону монитора. Тут у нас разъем для кабеля питания, DisplayPort, HDMI, два порта USB, USB-концентратор и разъем для наушников. С одной стороны располагается джойстик для навигации по меню настроек, а с другой находится отверстие для замка. Обратите внимание, что монитор имеет встроенную акустическую систему, правда довольно тихую. Два динамика по 2 Вт. Хватит, чтобы посмотреть кино, но если вы любите громко включать музыку, то придется задуматься над покупкой полноценных колонок. Итак, если вам нужен недорогой монитор с отличной цветопередачей для игр и кино, то обратите внимание на Yama G2440 HSU. Из минусов стоит отметить низкую частоту кадров, так что любителям динамических сетевых шутеров из каста киберспортивных дисциплин стоит присмотреться к другой модели.